Итак, всем привет. Я когда-то обещал снять видео по допам на трубку. Вот пришло время это сделать. Значит, заказывал я дополнительно обслуживаемую базу. Пришла она в такой коробке. Это база на две спирали. Мы перейдем к ней попозже. Потом заказывал вот такую подставку под трубку. Хиленькая конструкция, но свою функцию выполняет. Вот таким образом становится. Я думал, что трубку нужно будет ставить вот так вот. Но она так не стоит. Получается, лучше ставить вот так. И, скорее всего, так и предназначено. Вот таким образом стоит трубка отлично. Также заказывал вот такой длинный дриптип изогнутый. В таком виде трубка принимает привычный вид и становится гораздо удобнее нажимать на кнопку, потому что трубка получается практически вертикально становится. Скажу сразу, дриптип я немного запорол, потому что посадочное место в смоке немного меньше стандартного. Или у дриптипа немного больше посадочное место. В общем, я его обточил, чтобы он сюда помещался. Просто оставался небольшой промежуток, и я решил его сточить. И теперь он у меня очень сильно болтается и выпадает. Вот видите, таким образом. Этого делать не нужно было. Нужно было просто взять радиатор. Чуть позже у меня появился вот такой радиатор под дриптип. Он сюда стал отлично. И, соответственно, дриптип сюда бы стал тоже прекрасно. Теперь придется, наверное, заказывать еще один дриптип такой. Но он стоит копейки, поэтому не важно. Вот так теперь мне эта трубка нравится еще больше. Теперь рассмотрим базу. Коробка такая же, как на других обслуживаемых базах, к другим бакам ТФВ. На обратной стороне есть крючок для проверки аутентичности. В комплекте тут есть сама база, кусок ваты и небольшой зипоринг, болтики и кусочек клептона из нержи. Теперь рассмотрим базу. Вот на базе написано Smog Micro R2, что обозначает двухспиральная база. Есть еще R1 на одну спираль, я же заказал на две. Вверху сразу видно, койлы уже установлены, в стоке тоже уже предустановлены два клептона из нержи на праву 2 мм. Сзади на сертификаты, большие 4 отверстия для подачи жидкости и большой воздуховод. Снимается тут купол. Конструкция такая необычная немного, вернее само крепление спирали. Вот видите, плюсовой контакт у нас сверху вот здесь, а минус крепится вот так снизу болтика. И тут уже сверху так вата. База небольшого размера, поэтому пришлось прибегнуть к таким конструктивным изменениям закрепления спирали. Воздуховоды такие, ну, не сильно большие, но в принципе достаточно, чтобы обдувать вот такие две небольших спиральки. Как я говорил, на праву 2 мм. Это клептон из нержи. Сейчас я продену вату, и мы потом продолжим. Итак, продел я вату. По укладке. Укладывать тут ничего не нужно. Вот так вставили, обрезали вот так по базу, вот как у меня. Этого будет достаточно, чтобы при заправке не протекал бак. На всякий случай я еще перекрываю подачу воздуха. Сейчас закапаемся. Вот так все получилось. Одеваем купол теперь. Вот так внутри, я думаю, видно, что все легло нормально. Если что, можно там еще чуть-чуть подправить, но, по-моему, все хорошо. Теперь можно собирать бак. Собрал я бак и вот перекрыл подачу воздуха. Заливаем бачок. Вот, закрыл. Вот, как видите, воздуховоды сухие. Все, трубка готова к использованию. Вот благодаря таким недорогим допам комплект вот этой трубки стал бы еще интереснее. Обслужка, подставка и дриптип — это то, чего не хватало в стоке. Об этом я как раз говорил в обзоре на эту трубку. Раз это видео о допах, еще покажу один дриптип кастомный. Мне его сделали под заказ для Ахиллеса 2. На Ахиллеса тоже был недавно обзор у меня. Вот такой титановый дриптип с мундштуком под сигаретную тягу. Стал он сюда просто идеально, как влитой. Он, в принципе, стандартный, только изменили посадочное место. Тут глубина в 5 мм. Стандартные они немного длиннее идут. Поэтому пришлось заказать вот такой дриптип. Тоже очень мне нравится, как получилось. Идеальная связка для сигаретной тяги. Ну, это как по мне. На этом у меня все. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на мой канал. Вступайте в группу ВКонтакте. До встречи в эфире.